Слышишь? А, нет. 400, ну, шиш, ну, даже два стака пусть будет. Ты По 64, 100... что ли? Да. Я смотрю, у вас, сэр, губат не дура. Нам... Какого? Песок нужен? Да, все нужно. А песка тут хоть жопой жуй, не нашел. Местечко. Ого. Далеко я учапал. Я думал, тут телом полез замерз. Едить, колыхать! Вот это да! Че? Я тут такую каверну нашел, просто, блин. Корова? Каверну. А-а-а. И сейчас я ее затоплю, к чертовой матери. Нет, тут серьезно, прям, знаешь, как будто специально оставили огромная эта река, глубокая, и рядом с ней не менее глубочайшая каверна, просто огромная, с лавой в самом низу. Просто знаешь, вот как это специально создано для того, чтобы нахрен затопить ее к чертовой матери. Это, кстати, единственный ближайший живой источник лавы у нас. Ну, источник лавы, скорее всего, не пострадает. Наверное. Ну, не сильно. А внизу народу-то там гуляет. А ты знаешь, вот единственный источник лавы. Да, я еще один затопил водой. Чтобы, нет, специально, чтобы кобблстон получить. Ну, этот не кобблстон, а это обсидиан. Я тебя понял. Все, у меня все засажено карту. Потому что, ну, давайте. Две грядки. Лукашенко одобряет. Здесь морковка. Картошка. Паська. Это же Паська. Собирать, конечно, все это кошмар. Что поделать, соляви. Не хватает морковки. Все, в харне проснулся бешеный этот. О, я вижу гигантский мухомор. А он видит тебя. О, лошади. Он может, можно. Много лошадей. Слушай, их раз, два. Да, можно приучить кататься, это нужна кожа и яблоко. А если подойти, нажать правую кнопку, они делают. Хе-хе-хе. Да. Типа ты гладишь. А нет, они тебе говорят, что ты садишься. Хочешь сесть на метро или нет? Лошадь можно заклинить. Да. Стоишь и нажимаешь ПКМ. Она стоит на задних лапах, болтает передними и орет без остановки. А потом у тебя ударит спокойно. Мечом зачарованным получит в репу. Ага. Да что для этого нужно, чтобы их приручить? Яблоки? Яблоко и седло. А седло еще. Но если яблок-то я еще добыть теоретически... Ух, ни хрена себе, тут деревья растут обхватом в 4 клетки. Что ты там говорил про нехватку деревьев? Добывай все. Овцы. Овцы нам не нужны, да? Шерсть. Может, лошадок Ну. замочить? Но у меня на этих ножниц с собой нет. А ты ничего не получишь, лошадки, если убьешь. Да? Даже мясо? А как же Угу. колбаска? Слушай, а нахрена Ну, нужен так. такой гигантский мухомор? Он что-нибудь дает? Из него можно сделать суп мухоморовый. Так, пошел я в глубокий-глубокий лес. Анус. Ну, о, паучишка. Давай-давай, порычи на меня. Не, у нас просто морковку собираю все. Расцвела вся. Блин, взял бы с собой. Ну, что-то я вообще забыл про ножницы, честно говоря. Ну, завернись, возьми, заодно иди. Нет, я уже поймал кайф от убийства несчастных овечек.
Мы бедные овечки, никто нас не спасет. Это точно, никто их не спасет. Стой, тупая овца. Ой, а это кто? Ха. Кажется, это гроб. Точнее, гриб. Слышно? Грибочек. Не ори. Это кому? Да тут овец. А, овец. 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 Ауч. Да что ж ты какой, блин? Даже с дерева спрыгнуть, не сломав ногу, не можешь. Ой, а это кто? О, так, я нашел лошадей с этими. С мелкими, короче, с жеребятами. Угу. То же самое можем делать. Когда я две лошади кормишь яблоком, у них появляются жеребята. Посмотри. А ты меня видишь на карте? На основной? Mm-hmm. Нет, я тебя тоже. Нет. Но у тебя карта открывается по мере того, как я ее открываю? Нет, по-моему. Это печально. Это еще что за... А, это просто скелет. Это неинтересно. Как-то, ну, это я уже видел. Картошка. Картофанчик. По-моему, вы меня теряете. Я скоро иду просто в ферму. И буду играть в Farm Trade Simulator. Еще один. Ой, собаки. Да, их тоже приручить можно. А их убивать? Это волки. А, волки. Какие-то они очень мирные. Да, с них ничего не будет. Они гавкают, это собаки. Это нужно этот, рыбку. Или, по-моему, рыбку. Или что-то еще не помню. Можно приручить в эту вот собаку. И рыбку съесть. Да? Да. Еще есть оцелоты. Кто? Оцелоты. Ну, типа кошек. А-а-а. Вот, они выглядят сначала как оцелоты, но потом, когда их рыбкой кормишь, приручаешь, они превращаются в домашних кошек. Забавно. Сколько тут всего интересного. Всего-то прогулка. Ой, да ладно, неужели, блин? Кудах-тах-тах и ко-ко-ко. Здравствуй, курятин. Яйца. Можно яйца. Если будут яйца, бери яйца. А их убивать надо или что? Нет, они сами как вот яйцами. Ну, что-то тут поблизости ничего такого не наблюдается. А. Чего кудах-тах-тах? Почему ее просто в руку ее взять и домой отнести? Ну, да. Так, страшные тыквы. Зомби. О, подрывашкин. Ау. О, какую-то пещеру нашел. Не-не-не, не хочу в пещеру. Эй, водяной лифт. Поднимай меня обратно. Не хочу в пещеру. Там-та-та. К
Какой же это большой мир, ядрёна кочевышка. О, это что? А ты что думал, это гравий. Это гравий. О, скелет тут в золотых гравий. Доспехах. А, чё, гравий? Нет, забей. Гравий идет лесом, гравий у нас там хватает. Да. Скелет золотых. А знаешь, что можно его повторно использовать, гравий? Как именно? Ну, ты вот блок вырвал гравия. Ага. Потом еще раз поставил на землю гравий, с помощью лопаты собрал. И так до бесконечности фармишь кремний. Ах ты подлая О, подожди, это зомби в доспехах? Да, это тоже бывает. Фух, еще урожай собрал. Вот это долго было. Эй, доспехи отдай, сволочь. Ну и что я с ним только ради доспехов сражался, блин. Да. Че спрашивается, возился? Короче, вернешься вообще, пророс дофига еды. Перенос. Можно просто обожраться. Ой. Ай, помираю. Ай, убиваю. Ладно, умрешь и обратно побежишь за шмаками. И все. Черт. Скелет, ты достал, успокойся, блин, а? Снайпер чертов. Ты сдохнешь, нет, а? Скотина, блин. Долбаные скелеты. Нарвался, блин. Два скелета, два зомбака. И в воде еще нахожусь до кучи. Полный набор, блин. Кто рычит? А. Блин, так ты серьезно, что ли? Вот именно сейчас? Что у тебя? Да, оружие кончилось, блин. Создавать деревянное дерево есть. Да нет, не совсем кончилось. Просто я краспуком воюю, блин. Да? А у меня этот меч развалился. Ой, иди ты. Бамболейо. Бомбануло. Так, нет, мне вон туда. На меня напал, взорвался уже третий гриб. Зачарованным мечом наперевес я иду в очень страшный лес. Получать пизделей. Ну нет, пока что. Опа. Опа. Харн. А ну признавайся, кто здесь что? Кто здесь что строил? А что там? Дом. Ну, нормально все, бывает такое. Да ты сдохнешь, нет, блин! Это деревня может быть. Деревня вся. Ну да. Ой, там люди. Да, торговцы. Они как, злые, не очень? Дружелюбные. Ай! Да ты, ядрить, больно же. Единственный, кто дружелюбный. Угу. И одного из них только что загрызло зомби. Да, они боятся его. Это вот так разговариваете, что ли? Да. А, два, смотри-ка ты. Житель изумруд, пузырек опыта. Я себе тебе топор каменный предложу с лопатой. А если тебе там по башке? А не сагрится, если я их убиваю всех? Нет. У них тут лошадки. Не трогает, не трогает. С ним потом надо будет торговаться. Слышишь? Слышишь, спокойно.
Ничего я их не трогаю, все нормально. Че ты психуешь? Короче, я нашел деревню. Они ходят и говорят: хм. Да, да. Ха. Привет. Ха. Полное взаимопонимание. Ты нашел своих собратьев. О, мужик в белом. Этот за бумагу дает изумруды. Так, у них тут есть печки. А этот за золото. Ну, а этот за золото дает изумруды. Верни за мне со мной, пожалуйста. Да, мне типа проблем, что с тобой. Чего ты говоришь? Верни за мной, ты где? В какую сторону? Короче, от нашей фермы строго на... Вот смотри, как ты стоишь к главному входу мордой. Ну. Строго налево, просто никуда не сворачивая. Строго налево. Просто строго налево. И прям к ним придешь. Не промахнешься. Мимо моего дома построенного. Да? Тип того, да. Да-да-да. Прям строго налево, никуда не сворачиваем. Нездоровая какая-то ситуация у них тут происходит. Пойду я отсюда. Слушай, а ты жратвы не захватишь? Ну, взял у меня 157 морковки. Отлично. О, а это что такое? Коровка! Коров! Я нашел корову, Кхар! Наконец-то, блин! Их много. Может, ты с собой... Что ты там хотел захватить? Тут 4 штуки. Уже ничего. А может, захватишь? Да, убиваю. 4... Убиваю. Точно? Я уже ушел с дома далеко. Окей. О, новое достижение, мясник. Речка. Ну ок, убивай так убивай. Лошадка стой. Чё это май? Чё не май? О, большой гриб. Да я на эти грибы уже насмотрелся на всю жизнь, блин. Это сильно большой гриб. Кожа. Размером 4 штуки. Размером 4. Ух, нифига здесь овец. Вот уж. А я прошу, обо что тебе? О, ещё корова. А, нашёл всё-таки? Ещё одну? Ещё 3. Так, судя по звуку, я еще одну слышу. Ага, вот она. Так, пойду-ка я у них мясца нажарю. А верстаков у вас нет, да, ребят? Хм. Блин, они такие прикольные. А, вон в чем дело. Я понять не могу, что они тут топчутся. Чё? Они в Д. А, вот верстак, кстати, отлично. Верстак тут есть. Да у них этот. Ты че дверь закрываешь, балбес? У них, короче говоря, видимо, тут этот подрывашкин бахнул и лестницу им сломал, вход в дом. Я думаю, что они около дома все трутся, блин. А они зайти просто не могут. Ну они еще в это. Если ты не знал, у них еще. Размножение происходит, они дверь открывают, закрывают. А-а. Они все туда лезут. Ха. Ха. Блин. Я теперь только так общаться буду. Как-как-как-харн. Тут на халяву железный меч, железный нагрудник и железный... Да, да, вот это. В сундуке, да? Да.
Да. Я... Я, по-моему, заблудился, не знаю. О, курятина. Да чё ты заблудился-то? Чё ты выдумываешь? Хожу курятина, ещё убиваю по дороге. Маньячок! Да. Маньячишка. Да где ты? Гоголь ты бежал. Чё говоришь? Долго ли ты бежал? Ну да, довольно-таки. А. О, всё, если доспех обновил на халявку. Так, нужны дровия. У меня там слегка не дожарилось. Я говорю, строго налево от нашего дома. Да. Нужно переплыть море. Чем? А? Как вот море переплыть. Ну, вот так вот. Надо. Так, гнилую плоть тоже спалим к чертовой бабушке. Возможно, я побежал направо, а тут побежал в другую сторону. О, я вижу деревню снизу. Ну вот, а я здесь. На карте. О, еще Карн, корова. Карн, я тебя машу, видишь, я тебя машу. Сейчас я коров убиваю. Где ты? Где ты не машешь? Ну что, не видишь, что ли? А, вон вижу. Жопа слепая, блин. Поэтому. Ну, кузница, считай. Ой, еда, считай. Ну ты куда? Ну положь на место, блин. Да ладно, там тебе еще дофига же готовится. Ну вот офигевшая морда, а. Эти дерево даже сунул сюда. Я тебе добавил там дерево. Круто. Хорош так вздыхать. Класс, на халяву железный меч получил. Чё ты там? Книжки. Ну ты сволочь. Нормальная вообще ситуация. Ну я, конечно, тоже тащу скотину, доспехи спёр. Был в этом здании? Нет еще. Большом длинном. Я жду, когда тут все доготовится, чтобы забрать и больше не возвращаться к этой печке. Может быть, самое интересное. Нет, у тебя ничего. Нет, печально. Пришли двое с мечами в доспехах, ограбили нахрен и ушли. Угу. Что, срастет морковка? Что, ну? Ладно. Дом без дверей. А, нет, точно. Отлично. Все, мясом я укомплектован по самое... Ой, у них даже спуск в пещеру тут есть. И они в ней зачем-то ходят. Просто гуляют. Ха, забавно. Ха. Предлагаю так дальше общаться. Ха. Так, стоп. Мне 16+, а не 18.
Так. Угу. Я немножко был неправ, не совсем строго налево. Чуть-чуть вниз надо еще брать. Ну да. Пойду дальше, чё. Подожди, надо тоже все пожарить, приготовить. Да ладно, догонишь, господи. Чё в одну сторону-то хай? Ну или смотри сам, конечно. Интересный. Бросили все на производство. Чтоб ты мне не говорил потом. Смотри сюда, смотри туда. Ты сюда не ходи, ты туда ходи. Мне нужно целых 12 штук говядины пожарить. Окей, я пока на другую сторону речки, этого озера переплыву. Угу. И я там вижу что-то непонятное. Тут по-хорошему можно было, если бы я знал, что про существование этой деревни, можно было сразу ее побегать, поискать в самом начале, около них спокойно устроиться. Да, и не жить. А чё нет? Ну, вместе с этими? Ну а чё, прикольно. Ходят рядом, развлекают. Можно их у себя это, разместить. Разводить? Да, ты не знал? А как? Тоже яблочком подманить? С этой деревни нет, превратить в зомби-жителя, потом увезти. Давай не будем. А ты ножницы не взял? Mm-mm. Печально. Простите, овечки. Значит, стрижка будет стоить вам жизни. Я двуручным мечом стригу не очень аккуратно. Короче, если что, я попёрся дальше строго налево. Давай. То есть... Ну, не совсем. По диагонали налево и вниз. Короче, иду я куда-то. Прусь куда-то, а куда прусь, хрен его знает. Опа! А ну-ка иди сюда. Скотина, блин. Стрелец он вздумал. Коровки. Му-му-му. Давай, жарься, что стайка. Да. Овца на дереве, это забавно. Овец тут просто хреново туча. Кто стрелял? Уже никто. О! Да. Ведьма. Жечь ведьму. Даже пукнуть не успела. Приду домой, роз засажу вокруг. Ну и сам как хочешь. А? Все, я себе приготовил бегать. Смотри сам как хочешь, можешь засажешь. А чё нет, пусть растут, красивые же. Вот это гора, вот это стёсывать так стёсывать, надо было здесь жить. Вот на вулку идти, да? Да. Вот тут трясур, тут камни с землей никогда не закончатся, блин. Вот это бы серии бы на 100, да? Да какой там на 100? На 100 серий это только я бы и восхищенно вздыхал, вокруг нее ходил. Так, это куда пошел? Как теперь себя найти?
А видишь большую-большую гору. Со снегом? Да. Ага. Там что, он как-то мог возвращаться? Ну, я пока не заблудился, если ты про это. Нет, долго возвращение путь домой. Ой, да ладно тебе. О, сейчас снежков наберу. Ха, на Слендеру. Но даже урон с этого не получит. Какая разница? Какая разница? Дело не в уроне, дело в том, чтобы залепить снежком Слендеру в лоб. Так, я их не собираю уже, да? Так, это нафиг. Красная пыль, наверное, с паучьих глаз выбрасываем. Красную пыль только железной киркой добывай. Что-что? Красную пыль только железной киркой. Да я из этой, из ведьмы она выбыла. Да. О, какая-то ведьмушка одна. Привет, подсоединение. Блин, столько гор, не поймешь, на какой ты. Я, как тебе сказать, если от деревни, то я налево и вниз, по диагонали. Да, практически. Как бы тебя увидеть, блин. Жалко, тут никаких нет этих сообщалок. Налево и вниз. Ну, смотри, вот если карту мира смотреть, угу, то юго-восток, грубо говоря, от деревни. А, вон ты вижу тебя. А я тебя. Вон ты. Привет! Блин, я тебя не вижу. Да, мы ждали плюсовки. Ну, у меня, да, у меня пониже поставлено. Я на самой вершине стою. Сейчас. Да, я вижу. И музыка заиграла. Да. О, и овца ко мне пришла. Дура. Вот я тоже довижу, сколько тебя поднималось. Да, был бы ты снайпером, я бы занервничал. Ты меня видишь, я тебя нет. Почему? Это, знаешь, плохо, когда ты не видишь снайпера, а он тебя видит. Ну, это понятно. Здрасте. Здрасте. И чё, даже не падаешь? А, у тебя башка пустая, между глаз пролетает. Чё, предлагаю забить на нашу ферму и начать отстраиваться тут? Да нет, потом будем отстраиваться, когда модочка, не забывай про моды. Это да. Скотина мелкая. Повезло. Зря мы, конечно, пошли. Почему? Без модов. А что такое? Ну все, теперь так сохранится это все. Ни новых ресурсов, ничего. Это ты вовремя вспомнил, да. И насрать. Новый мир? Насрать, говорю. Да. На новый мир? Какой новый мир? С ума сошел? It's a new world, it's a new day, it's a new life. О, курятина. Да подожди, может у них яйца где есть? А может и нет. Нет, курица, нет проблем. Это точно. О, Слендер. Да, он глючил. Он видишь, урон получал чего-то. По-моему, подожди, не получает урон. О, уголь. Много о, Слендер. Скоро закончится дождь.
И пойдет снег. Хорошая прогулочка получилась. О, а что это у нас там? Где именно? Где там? Карт. Вот здесь. Коснись. А что ты увидел такого? Ай! Ух ты, снайпер поганый. А это просто... казалось. О, стоп, стоп, стой, 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 ты с чем идешь? Эй, зомби, стой! Ты, стой, ты ядрить, твой в корень. С лопатой. Ты где лопату взял? Скотина. Он у кого-то стырил лопату. Может, с нашего трупа, с одного из наших трупов снял. Все, возможно. Ты далеко? Ты уже рыть начал? Да, я уже на ушах проделал. Ферму-то ладно. Вот смотри, смотри, как с морковкой, смотри. Смотри, смотри. А-а-а. Ну что, давай свиноферму. Смотри, смотри, смотри меня, смотри, смотри меня, смотри меня. Видишь свинья? Да вижу, вижу, они все за тобой ломятся. Ой, любовь. Харн, я тебя поздравляю, тебе сейчас найдется какой-нибудь особо... Смотри, появился маленький пигги. Видишь, там маленький пигги. Мини-пигги. Я смотрю, ваша любовь продуктивна, да? Харн, знаешь, не вписываюсь в эти новые тенденции новомодные. О, корова. Вижу, не одна. Много коров. Их там дохренища. Ну оставь мне тогда этих коров тут, не трогаем. А чё, не трогаем? Может, а потом что прийти? Хотя ну, далеко нести придется. Это... Уже не поближе найти. Ну там по... Коровы, умрите. Злой ты. О, собакин. Ну точнее волк. Где? А вон на скалах бегают. И под скалами. Сейчас нужен один. Зачем? Приучить хочу. А у тебя есть чем? Ух ты ж ты, фига себе. По поводу. Ты что такое? Ты где? Что случилось? Кхан, ты где? Нашел дырку. Глубокую дырень. Где? Ой, я тебя слышу, ты где-то топаешься. Я по деревьям скачу. Помнишь, где коровы были? Помню. Пусть, вот, сзади тебя. Ну, как сзади, слева левее. Так сзади, блин, или левее? Стой на месте, стой на месте, стой на месте. Стою. На месте, на месте. А, вон вижу тебя. По-моему, тебя все-таки рыбка, да, приучать. Ну, на говядину они не реагируют. Какую дырку ты нашел? Ты о чем? Реагирует. Да? На говядину? Один пёсель. Два пёсель. Ну, это их просто, ты их просто гладишь, получается. А, ну я их мясом глажу тогда. Угу. А если рыбкой можно крутить? Ладно. Жалко. А может сырым мясом? Да блин, ты про какую дырку ты говорил? Ё-моё, заклебал. А, сейчас. Дырка, 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 и ушёл, блин. Там врат нужно идти. Покажи. Они меня любят. Не, сырое мясо не ест. Иду сюда, да? Иду, иду. Бедная корова. Как ты сюда попала, дура? Чё мычишь, балбесина, блин? Сейчас. Иди отсюда. Дурында, блин. Давай, пока не съели. То есть у меня такое настроение. Ну чё, нырнём? На чём? Ну что-нибудь интересное там, пошли? Да, да вряд ли, блин. Что, штучку есть с собой? Да ладно, пойду нафиг, не хочу.
Да чтоб тебя, ёлки-палки. Корова упала вниз. Дура, блин, зря только и землю прокапывал. Разбил. А, нет, она живая. Ай. Корова психичка. Ой! Ну, зато от нее остался мясо и шкура. И все? Да. Уважаемые создатели данного конкретного ущелья, вы это рандом. Я вам скажу, вы те еще. Кузьмич, это рандом. Да мне насрать. Окей, уважаемый рандом. Да блин, Хан, не стой на дороге.